Услышать сказки Абрама Кузьмича Новопольцева, уроженца села Ясашное Помряськино Симбирской губернии, узнать о самом сказочнике и о тех, кто собирал сказки, теперь можно во время нового экскурсионного путешествия «Сказочное Зазеркалье». Именно на местных сказочниках делался больший акцент, чтобы и дети, и взрослые узнавали фамилии наших сказочников, тех людей, которые и выдумывали, придумывали сказки, рассказывали их другим, и, конечно, собирателям сказок, тем людям, благодаря которым мы и сегодня знаем и любим многие сказки. Знакомство со сказками Симбирской губернии начинается в кукольном театре. Уже в фойе участники экскурсии могут увидеть эскизы к спектаклям, которые пишет, а потом сам делает куклы, главный художник театра Дмитрий Бобрович. Какие бывают театральные куклы, можно увидеть в театральном музее. Здесь же хранятся механические куклы, которым 114 лет. Их смастерил в 1905 году крестьянин Алексей Морозов. Актер театра Максим Безяев помог оживить куклы, которые когда-то были задействованы в спектаклях, и дал возможность участникам экскурсии пообщаться с ними. Нет, тебе разговаривать. Чего? Давай рыбу иди лови. Да-да-да, поймай селедочку. Сходи. Какую селедку? Я знаю, что поймал. Я вот... Ну-ка, подержи руку. Держи руку. Вот. Так, держи. Вот. Вот такую рыбину поймал! Вот такую. Но побывать в театре и не заглянуть в зрительный зал, где находится сцена, согласитесь, было бы неправильно. Здесь актеры как раз готовились к показу спектакля. Однако не каждому зрителю удается заглянуть за кулисы, а во время экскурсии это возможно. На этом экскурсия не закончилась. Знакомство со сказками и сказочниками было продолжено в музее «Симбирская чувашская школа». Здесь тоже можно увидеть куклы, сделанные художником Дмитрием Бобровичем, и даже его портрет. Дети, конечно, с интересом заглянули в райок и попробовали поуправлять куклами. Это место сказочным образом повлияло и на взрослых. Они вспомнили детство, взобравшись на огромный стул. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».